И всем привет, с вами Ростиксон. И сейчас я вам расскажу, сколько я заработал на рефералке BullX. Это такая децентрализованная биржа, которая гораздо лучше всех остальных бирж, так как у нее есть множество функций, которых нет на других биржах. Одна из самых популярных и часто используемых — это возможность продавать по лимитным ордерам. Сколько я заработал? Я заработал $160. За какой период? Наверное, чуть больше месяца, может, полтора месяца. Что я для этого делал? Довольно посредственные видео. В общем-то и все. Небольшие гайды на BullX. Что же вы можете почерпнуть из этого видео? Как вы можете на этом заработать? Самый важный и главный вопрос, на котором я сейчас отвечу. Смотрите. Что такое BullX? Если вы шарите, то вы шарите. Если не шарите, то скоро поймете. BullX — это очень выгодная штука, которую все используют каждый день, да? Особенно те, кто часто торгует. Наша задача — это привлечь таких людей. Смотрите. Вы регистрируетесь по ссылочке в описании на BullX. Вам даже не обязательно торговать на BullX. Совсем нет. Вы просто регистрируетесь и ищите рефералов. Допустим, как я, снимаете видео, говорите то, что на BullX, если вы зарегистрируетесь по моей ссылочке, 10%. Первое, во-первых, вы мне поможете, братки. Во-вторых, у вас будет скидка. В-третьих, по-другому вообще не попасть в BullX. То есть, видите, все максимально выгодно, честно и прозрачно. То есть привлекать людей в BullX очень легко. Смотрите, для этого даже не нужны никакие абсолютно вложения. Вы снимаете видео, если у вас есть комп с компа, если у вас есть телефон, то телефон. Точно, мне пришла гениальная идея. А именно, заснять видео, как пользоваться BullX с телефона. То есть, прикиньте, я не видел ни одного гайда, как пользоваться BullX с телефона. А ведь этот гайд нужен, как пользоваться BullX с телефона. И все. Просто снимайте такие гайды, и вам даже не нужен никакой монтаж. Вам нужно чуть-чуть проговорить, да, условно речь, сценарий, ну, прочитать пару раз перед съемкой, да? Это понятное дело. И потом вы просто делаете гайд, где показываете, как сами торгуете, рассказываете. Тут все максимально легко. И поймите то, что ваши рефералы, они остаются с вами. То есть, например, я недели две не снимал видосы, и посмотрите, пока я отдыхал в Питере, мне $20 в день прилетало. Окей, много ли это? Нет, не очень. Но это максимально пассивно, ничего не нужно делать. Просто отдыхать, наслаждаться жизнью. И самое главное, это имеет накопительный эффект. То есть, где вы такое найдете? Уже биржи, такие как Binance или другие, там уже, ну, условно, очень много кто торгует, да, и, ну, сложно, действительно сложно привлекать людей. А тут вы, во-первых, людям показываете то, что, вот, допустим, вот сейчас вы заходите, да, кстати, по ссылке не забывайте, допустим, заходим в портфолио, да, и вот заходим на вот эту штучку. Тут можно лимитками продавать, посмотрите, все как красиво, а потом наш... Перейдите на какой-то DEX. Там нет такого, там неудобно, там даже график какой-то кривой. То есть, видите, я у вас за 5 секунд убедил, то, что BullX — это лучшая платформа. Просто смотрите, попробуйте снять 3-5 видосов, а лучше до тех пор, пока не получится, про BullX. Как только вы их заснимете, увидите, что есть какой-то эффект. Допустим, накопится $10-$20, и тогда вы уже, например, снимете видео с хорошим монтажом. Проверите, какой эффект будет там. В любом случае, идти вперед до конца, несмотря ни на что, и все препятствия вы пройдете. Или, пожалуйста, найдите оправдание, то, что у вас не поставлена речь, у вас слабый ком, все что угодно. Выбор за вами. Я лично выбираю BullX по ссылочке в описании у Ростиксона. Ладно, я угорнул, конечно, но мне понравилось. Всем спасибо за просмотр. Всех был рад видеть. Ну-ка. Ну-ка. Смотрю тут. Ну так, знаете. Ладно, угорнул.
Ссылочка в описании, Блокс.